полету готовы. Новая юбилейная экспедиция на МКС стартует через 3 недели, 16 ноября. Но прежде чем отправиться на Байконур, космонавты должны сдать итоговые экзамены, устранить неисправность в тренировочном модуле, точной копии МКС. От утечки кислорода до каких-то других неприятностей. Только после этого их допустят к полету. Как проходят испытания космонавты, в материале Ирины Топорковой. Это один из модулей Международной космической станции. После того, как космонавты возьмут билет, сдавать экзамены они будут там. Основной экипаж, который сегодня проходит экзамен, это Уитстон Пегги, представительница США, Новицкий Олег, россиянин, соответственно, ну и Песке Тома, это француз. Затем, как эти три космонавта выполняют задания, экзаменационные билеты, следят вот здесь, в центре управления. На камерах видно, что делают космонавты, очень отчетливо. Ну и если замечают какую-то ошибку у них, то, конечно же, она сразу отобразится здесь и ее отметит. У нас будет один из отказов одной из систем обеспечения атмосферы, воздуха. В случае, если эти три человека или кто-то из них не сдадут экзамен, есть и запасной экипаж, который сегодня тоже будет экзамен. Здесь представлены россияне Юрчихин Федор, Паулу Несполи и Фишер Джек.